Приветствую вас всех, дорогие подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру World of Warcraft, посещая местные поля боя. На повестке дня у нас Око Бури, одно из самых интересных полей боя, которые мне редко попадаются. Давайте сразу перед началом я гляну, что у противника по хилам. Уже два вижу, три, четыре. 4 хила, очень плохо. Раз, два, три, 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 три. У нас 3 хила, но если будет все хорошо, в принципе, мы можем и затащить. Я несколько поменял таланты, только вот что перед боем, просто потому что я так посмотрел, что-то меня начали сильно убивать быстро. Я так подумал, что-то поменяли за время перерыва, что я сделал, когда не играл. Может быть, что-то изменилось, и теперь надо как-то с другой стороны, что ли, взяться. Интересно, Лок там камень ставил? Ага, хрен из два. Так, я проверю, задержу, что там у противника. Молодец. Так, этого обезоружить. Этому не дать хилить. Так. Этого просто побить. Этого застанить. Я комментировать вам буду практически все свои действия. Давайте добьем его. Все, готов. Но при этом мы теряем, кстати, магов. Причем серьезно теряем. Так. Сбить. Так. Замедлить хилку. Да, хит, хит, хит пока. Давайте, ребята, помогайте. Сбить. Давайте добьем эту сволочь. И за паладина примемся. Давайте, давайте, добивайте. Так, я пошел на Дринею. Ближе к флагу. Ну, конечно, ты к флагу сделаешь ближе. Thank you.
Так, есть. Отобрали обратно. Эльф овдает. Театр. Так, вот это вам бить. Так, ребята, ребята, тихо. Да вы запарили собаки уже. Это задержать. Наши за центр пусть борются. Так. Блин, ребята, слишком их здесь много. Очень много их там. Что у нас статистика показывает? Ну, мы старались. Таскаем флаг, пока у нас есть возможность, тогда давайте. Это один из вариантов хорошего развития событий, как вы понимаете. Ну и... поможем сейчас магам. Как вы видите, там... Хотя нет, замес уже кончился. Бегут. Хорошо, давайте вступим в бой. Чем дольше мы их здесь придержим, тем лучше. В принципе, для всех нас. Это вот так. Все нормально. Тут главное умирать подольше. Вот так. Так, ты постой. Так, поглощение. А ну стоять, собака. Туда нельзя. Сейчас к дриным пойдут. Напишу ребятам, чтобы были осведомлены. Как говорится, пока идет бой и орда завязана им, а наши могут спокойно таскать флажок. Давайте, давайте, ребята, надо, чтобы вы держали их. Я постараюсь, что есть сил, помочь. Так, обыскать тело. А я думал, их меньше. Блин, я сам сбил. Ничего, сейчас просядет по магии и все нормально будет. Вот это плохо. Так, ребята, надо, чтобы вы
Хило убили. Не надо вот это кастовать. Пацаны. Я сейчас постараюсь, конечно, помочь так этому сбить. Мы потихоньку теряем точку. Кстати, заметьте. Тупо хоть кого-то побить надо. Все. Так, я сейчас пойду. Попытаюсь, короче, стать следующим. Хотя нет, там кто-то есть, как-то. Нет? Давайте, 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 давайте. Так, смотрите, там у нас уже могут быть проблемы. Я в другую сторону побегу. Так, все нормально. Возьму бафик и пойду проверю, как стоят дела. Плохо, как вы видите, сейчас на магов будет. Так, 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 выпусти меня. Чуть-чуть не успела. Не хватило. Ладно. В принципе, кулок там полудохлый. Кстати, у нас робот тут маленький, неплохо, как вы видите, в этот. По урону. У них лук очень крутой. Так, ребят, только бы не проиграть на самом важном последнем моменте. Как вы видите, это вполне возможно. Так, это вот так. А, мне не пришлось особо выкручиваться. Наши, в принципе, имели преимущество. Но не такое уж и большое. Наш паладин старался как мог. Он перехилил трех их хилов, которые были постоянно в бою. Наши ДД. Но я не скажу, что мы сильно их превосходили. Видите, впереди довольно-таки ровно идет. Очень повезло, что по киллам мы смогли обойти и справились с их ордой. Их толпой, скажем так.
Но ситуация была напряженная. Благодарю вас, собственно, всех за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.